За какие-то несколько лет вся Россия изменится. Благодаря приоритетному проекту формирования комфортной городской среды в каждом городе появится новый парк или пешеходная улица. А может, красивая набережная или сеть велодорожек. Что и где именно построить, решаете вы уже сегодня. С 1 по 16 марта все предложенные дизайн-проекты должны пройти публичную дискуссию. Приходите на общественное обсуждение в своем городе, критикуйте и предлагайте свои идеи. Каждый город выбирает лучший проект из тех, кто прошел все отборы и дебаты. Приходите на участок и поддержите идею, которая вам понравилась. Проект, который наберет больше всего голосов, реализует уже в 2018 году. Узнайте больше на сайте администрации города